4 июля 1776 года. В столь волнующий день, спустя считанные часы после объявления независимости, Конгресс обратился к Томасу Джефферсону, Бену Франклину и Джону Адамсу с просьбой выбрать герб для Соединенных Штатов. Какой символ может лучше всего представить новую независимую страну и свободный народ? Первым делом комиссия стала изучать историю, начав с классического рисунка. Затем на них нашло вдохновение, и они обратились к природе. Белоголовый орлан обладал всеми характерными чертами Америки. Именно он стал конечным вариантом эмблемы нации с растущими амбициями. С тех пор в жизни белоголовых орланов были разные повороты судьбы, такие же драматичные, как в истории самих Соединенных Штатов. Белоголовый орлан.